Так, всем привет! Это видос о том, как заварить редуктор. Собственно говоря, самая главная задача это сварить вот эти 4 шестереночки мелкие между собой. С одной стороны и с другой стороны. Хочу сразу предупредить, что это путь в один конец. Редуктор после такой модификации более, не будет сильно пригоден для повседневной езды, если вы, конечно, не слишком боевой ездун. Похер на заварку, на резину, на все остальное. Ну ладно, суть не в этом. Слушай, что для этого надо? Надо вырезать две пластиночки внутрь, так, чтобы заблокировать шестеренки и потом проварить на максимальном токе. То есть я буду обваривать, включу максимальный ток, сколько там, 200 ампер у меня есть, и на 200 амперах я это все приварю с одной стороны, потом со второй стороны. Рекомендую делать так. Сначала вкладываем в одну сторону железячку, прихватываем, переворачиваем, вкладываем в вторую сторону, потом все это крутим, смотрим, все ли нормально, нормально ли они заблокировались. Ну, то есть и после этого обвариваем. Вот так вот. Все, делаю заготовочки металла и показываю все. Вот так это выглядит. Вот с одной стороны, вот заготовочка. Вот вторую сторону. Здесь 4 мм сталь. Вполне достаточно. Плюс я это все обварю, то есть будет надолжно. Все, иду за сваркой и обвариваю. Что-то передумал я варить электродами. Взял просто аргоновую сварочку, зарядил 190 ампер. И аккуратненько все это вот так в круг обварил. С одной стороны и с другой. Сейчас я его прокачу. Все. То есть получается, что мы заблокировали боковые пары. Теперь у нас накрутится все целиком с этой шестеренкой. И все. Редукции больше внутри не осталось. То есть вот вторая сторона как заварена. То есть, грубо говоря, по целому прутку, здоровому такому стандартному туда варил, то есть сюда и туда. Сплавил их между собой все. То есть я и подплавлял шестеренки, и подплавлял низ, и присадочкой все это с друг другом лепил. Вот, все. Получается вот такая вот нехитрая процедура заварки редуктора. Самое важное, это максимально надежно это все сварить. То есть мощно, не насрать туда чем больше металла, а именно прочность соединения сделать. Вот,